Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Распосылка, два посылка», который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов. И сегодня у нас на распаковке 8 посылочек. 7 из них пришли с AliExpress, а одна посылочка пришла из детского мира. Посылки либо среднего размера, либо маленькие. Ну, давайте начнем по порядку и будем смотреть, что же нам привезли в этот раз. И начнем с тех пакетиков, которые прямо передо мной. Здесь что-то совсем плоское. А это силиконовый коврик или фильтр, и он на присосках. Эластичный, достаточно мягкий, квадратной формы, размером примерно 12 на 12 сантиметров, края округлые. И отдельно присоски, они прозрачные. И этот коврик служит фильтром, например, для кухонной раковины, а также для ванны, для душа и куда угодно. И собирает все, что не нужно, чтобы попадало в канализацию. Остатки еды, например, если на кухне, в душе, соответственно, самое главное проблема. Проблема — это волосы, чтобы канализация не забивалась. С этой задачей он отлично справится. Удобная вещь, и сейчас, я смотрю, очень активно появляются везде они. Есть и на Озоне, мы заказали на AliExpress, и стоимость составила всего 123 рубля. Ссылочки на все товары, которые у нас будут представлены в распаковке, если они еще будут на тот момент, когда видео выходит, можете найти внизу в описании под роликом. А это у нас была первая посылочка. Переходим к следующей. Здесь что-то мягкое. Наверное, какая-то одежда. Давайте смотреть. И да, здесь пришел детский свитер. И посмотрите, какой он яркий. Прям глаза бросаются. Столько цветов, сам он белый, а на нем принт из разных-разных цветов. Здесь и оранжевый, и красный, и синий, и белый, и зеленый, и фиолетовый, и черный. И все смотрится, ну, очень-очень ярко. Изображение силуэтов машин как будто бы нарисовано, и буквенный принт, и так далее. Синяя вставка на рукавах, красная вставка на рукавах. Ворот у свитера круглый, здесь небольшая трикотажная резинка. Также внизу трикотажная резинка, она широкая. И манжетики также в виде трикотажной резинки. На ощупь кофточка приятная, как снаружи, так и внутри. Но, наверное, здесь в составе, конечно, есть синтетика. Но смотрится очень даже неплохо. Идет на рост 100 сантиметров. Если под этот свитер одеть легкую маечку, то будет очень даже комфортно. Одевается кофточка через горлышко. Сзади также разнообразный принт, но очень нарядная. Это пришла для нашего малыша. Думаю, по росту она будет ему как раз. Идет на тот рост, который мы сейчас носим. И стоимость этой кофточки с доставкой составила 871 рубль. Теперь откроем вот эту коробочку. Здесь пришли аккумуляторы. Они внешне похожи на батарейку. Пришли в отдельном контейнере. Аккумулятор в виде пальчиковых батареек, только перезаряжаемые. Литий-ионная батарея мощностью 5 вольт. Здесь 4 штучки в контейнере, и использовать их можно вместо как раз пальчиковых батареек. То есть идут типа АА. Очень удобно. В игрушки, какие-либо приборы можно использовать эти аккумуляторы. Только если батарейки, когда отслужат, нужно выбрасывать, то аккумуляторы можно просто зарядить и снова вставить. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь как раз устройство для зарядки аккумуляторов. Работает она от сети. Здесь разъем Type-C. Подойдет абсолютно любой шнурок. В комплекте еще 4 аккумулятора. Ну и, соответственно, кабель для зарядки. Здесь рассчитано как раз на 4 батарейки. То есть всего нам пришло 8 аккумуляторов и зарядное устройство для них. Ну и плюс то, что аккумуляторы идут в коробочках пластиковых, которые можно использовать и отдельно, либо в них хранить, что также очень удобно. Заказали мы это все на AliExpress, и стоимость комплекта составила 2746 рублей с доставкой. Это у нас была третья посылочка. Переходим к следующей. Теперь давайте раскроем вот этот воздушный пакет. А здесь, мои дорогие друзья, пришло что-то, ну, очень красивое. И кажется, это мордочка Маршала из «Щенячьего патруля». И это детские часики. Ремешок резиновый, достаточно широкий, примерно около 4 сантиметров, наверное. Часики достаточно мощные, но все потому, что здесь есть небольшой проектор, нажимая на кнопочку которого будет высвечиваться
какая-то мордочка из любимых героев многих-многих деток из «Щенячьего патруля». Здесь сверху на ремешке Скай, гонщик и еще раз Маршал. В высоту примерно, наверное, около 5 будет сантиметров часики, ну и в диаметре около 6 сантиметров вместе с проектором. Но они легкие. У меня, конечно, достаточно яркое освещение, но сейчас видно, что проектор работает. Картинки переключаются. Точное количество картинок сказать не могу, но знаю точно, что ребенок будет безумно счастлив. Наш сынуля также является поклонником этого мультсериала и, в частности, всех его героев-щенков. Ну а здесь еще пришли дополнительно наклейки, также с героями «Щенячьего патруля». И они в виде тату. Но сделать такое тату проще простого. Вырезать необходимый элемент, отклеить пленочку, приклеить на руку, промочить хорошенько водой при помощи, например, ватного диска, ну и затем убрать бумажку. Картинка остается. Главное, чтобы она оставалась яркой. Вот задача всех этих детских наклеек. Покажу, как они будут смотреться на руке. Размер регулируется, посмотрите, с самого большого до самого маленького. Смотреться будут мощно, но зато здесь есть проектор. Стоимость этих часиков всего 224 рубля. Поэтому, если хотите порадовать детей, поклонников этого мультсериала, то, пожалуй, наверное, это того стоит. Ну, а это у нас была четвертая посылочка. Переходим к следующей. А теперь давайте раскроем вот эту коробку. Это какая-то романтика. Посмотрите, это живая роза в колбе. Или, как ее называют, вечная роза. Колба сделана из пластика. Иногда их продают в стеклянных колбах. Но смысл в том, что этот цветок живой. Он лишь законсервированный. И живет он очень-очень долго. И я люблю цветы, но я так не люблю, когда они быстро вянут. И тем более мне не нравится их выбрасывать. Поэтому я всегда говорю, что мне не стоит покупать цветы. Это всегда, конечно, приятно, когда их дарят, но вот когда их выбрасываешь, это меня очень сильно расстраивает. Поэтому мой любимый супруг решил меня порадовать вот такой розочкой. Нежно-нежно-розового цвета, и которая будет радовать меня очень-очень долго на протяжении нескольких лет. Выглядит действительно как настоящая, и на ощупь она настоящая. При желании ее можно даже вытащить из колбы и поставить в красивую вазочку. Но я бы хотела немножечко рассказать об этой технологии, может быть, не все знают. Появилась она не так давно, как кажется на первый взгляд, но на самом деле появилась она еще в прошлом веке, в 70-х годах во Франции, благодаря супружеской паре Ламберт. Им удалось законсервировать цветы на несколько лет. Так и появилась роза в колбе. Технология не такая уж и сложная. Бутон срезают, когда он зрелый. И здесь важно вот не пропустить именно этот момент, то есть уловить тогда, когда он уже созрел, но не перезрел. После этого его погружают в специальный раствор, который испаряет из цветка жидкость. Далее перемещают в другой раствор, где все клеточки растения заполняются специальным консервирующим раствором на основе растительного глицерина, воды и красителя. Поэтому иногда такие розы можно увидеть ярко-синие, ярко-желтые, оранжевые, черные даже. Это цвета, именно которые придают при помощи красителя. Ну а третьим этапом это промывают и сушат. И цветок на протяжении нескольких лет, от 3 до 5 примерно, сохраняет свою яркость, красоту и свой первоначальный вид. Стоимость, конечно, таких цветов гораздо выше, чем обычных. Но ведь на самом деле приятно даже, когда подарят одну розочку. Тем более, если она будет стоять так долго. И это будет приятно абсолютно любой женщине. Поэтому, дорогие мужчины, имейте в виду, что существуют такие розы. И на Алиэкспресс также можно заказать. Ссылочку оставлю. Поэтому можете на какие-либо праздники порадовать своих дам. Вот такой интересный, романтичный подарок ждал меня в этой распаковке. Приятно, конечно, очень. И думаю, что приятно было бы абсолютно любой представительнице прекрасного пола. Отличный подарок для любого повода. Ну или даже просто порадовать человека и признаться ему лишний раз в чувствах никогда не помешает. Примите, мужчины, этот совет к сведению. На этом у нас была пятая посылочка. Переходим к следующей. И сейчас раскроем последний маленький пакетик. А здесь кое-что необычное. Это две коробочки с 3D-конструкторами из металла. То есть можно собрать, например, вот такое колесо, и оно будет именно 3D выглядеть как настоящее. Вот на обратной стороне как раз нарисовано, что можно здесь собрать. Например, барабаны, колесо обозрения, вот такой корабль, и здесь вот такой танк Т-34. С обратной стороны тоже танк, только
другой модели, разные артикулы. Вот давайте посмотрим. А вот и сами детали, в которых и собирается эта 3D-модель, но прочная. В комплекте также есть подробная схема, как это сделать все пошагово. Мне кажется, это очень интересно будет для мальчиков. Конечно, не для маленьких, а для тех, кто постарше. Но, возможно, для папы, например, с сыном будет интересно собрать танк. Занятие на вечер точно, а может быть и на полдня. Хорошее занятие, которое успокаивает, отвлекает и расслабляет. Это, мои дорогие друзья, пришел подарок для вас. Два вида танков в виде 3D-конструктора получается. Поэтому объявляю розыгрыш. Тот, кто хочет принять участие, пожалуйста, пишите комментарий под этим видео, ставьте лайки и проверяйте подписку на канал. И подписка должна быть обязательно открытой. А в комментарии укажите, что вы участвуете в этом конкурсе. Возможно, для кого-то это станет семейным мероприятием, а кто-то сам захочет сделать самостоятельно. Оба этих набора одному победителю. Участвуйте, спешите, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, проверяйте подписку. Или подписывайтесь. А также поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, особенно с теми, кто интересуется такими видами конструкторов. Мне кажется, есть поклонники. Однозначно. Это у нас была 6-я посылочка. Переходим к следующей. И сейчас давайте раскроем пакетик из детского мира. И здесь у нас яркая коробочка с динозавром от Play-Doh. Выглядывает морда динозавра с зубами. Яркая, красивая, мультяшная. И в комплекте есть еще два яичка, в которых должен быть пластилин Play-Doh. И различные другие формочки. Деткам очень-очень понравится эта игрушка. Во-первых, потому что здесь динозавр. Во-вторых, потому что Play-Doh. Ну а в-третьих, потому что со всем этим вместе можно весело и интересно играть. Наш сынуля также является поклонником этого пластилина. Он действительно какой-то волшебный. Ну а когда с ним в комплекте есть еще какая-то игрушка, с удовольствием играет всем вместе. Я так понимаю, что этот динозавр сначала вылупляется из яйца, а затем с ним можно проделывать различные трюки. Можно его красиво украсить, поработать с хвостом, хвост у него подвижный, сделать косточку и что-нибудь еще вырезать. Интересная игрушка, оказали мы ее по акции, стоимость в районе 1000 рублей получилась, и это было почти с 50% скидкой. Обязательно сниму обзор этой игрушки на другом моем канале, который называется «Шалундрики», и именно посвящен обзору игрушек и не только. Если кому-то интересно и хотели бы посмотреть, что из себя представляет этот набор, то, пожалуйста, проходите по ссылке на тот канал и подписывайтесь. Вот что такое нам пришло в этой посылочке. Переходим к следующей. Ну а тут коробочка. И в этой коробочке 100 штук завров. Из пятерочки. Акция закончилась, но купить еще можно было на Алиэкспресс. Правда, привезли эту посылку из России, но с Алиэкспресс. И мне бы хотелось сразу открыть несколько пакетиков и посмотреть, те ли это завры. Я также собирала коллекцию, выкладывала видео на канале Шалундриков. Несколько было роликов с заврами, это было в период акции. Но я коллекцию полностью не собрала. Поэтому, возможно, что благодаря этому количеству я найду тех, которых мне не хватало. Сейчас мы с вами раскроем несколько пакетиков, а все остальное я обязательно распакую как раз на канале Шалундрики. Поэтому будет еще ролик. И, конечно, опять устрою розыгрыш. Поэтому, если кто-то из деток также собирает, коллекционирует, то, пожалуйста, передайте, что розыгрыш обязательно будет завров. Если также не хватает для коллекции кого-то, то подписывайтесь, смотрите и участвуйте. А сейчас давайте распакуем. И такой у меня уже был, и это редкий, потому что он светится в темноте. Это редкий трицератопс. Еще один редкий, светящийся в темноте, это известный динозавр всем-всем деткам, тираннозавр, или его называют еще тирекс. И опять у меня тут редкий тирекс. И вот этого динозавра у меня как раз в коллекции-то и не было. Это стигимолах. Между прочим, этот динозавр тоже очень большой, достигал до 8,5 тонн, был высотой до 5 метров, 13,5 метров был в длину. На редких мне тоже везло, но, к сожалению, и лидером был тираннозавр.
еще один. Такой тоже был динозаврик у меня в коллекции. Это велоцираптор. Чем-то даже немножко похож на тираннозавра внешне. Также большие задние лапы, большая голова, хвост и маленькие передние ручки. А это дилофозавр, отличительной особенностью которого являются гребни. Два гребня на затылке и такие два веера сзади. Таких дилофозавров я также собрала несколько штук. Ну и давайте раскроем еще один пакетик на сегодня, а остальные я раскрою уже на другом канале. И снова мне попался еще один велоцираптор. Ну, по крайней мере, из этого количества, которое я сегодня раскрыла, мне попался один новенький. Стиги Молох. А продолжу я это все на канале Шалундрики, поэтому смотрите, не пропустите. На этом наша распаковка сегодня подошла к концу, но я напоминаю, мои дорогие друзья, что вас ждет подарочек, состоящий из двух 3D-конструкторов, при помощи которых можно собрать два вида танков. Т-34 и, видимо, еще Шерман-танк. Тот, кто хочет принять участие, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и проверяйте подписку на канал. Или подписывайтесь. Но если видео было интересным и вам понравилось, то ставьте лайки в любом случае, мне будет очень приятно. Итоги розыгрыша мы подведем через 3 недели, как обычно, при помощи программы Randomizer, которая выберет победителя, исходя из комментариев, и проверит все остальные условия. На этом прощаюсь, всем спасибо и пока-пока, до новых скорых встреч. Увидимся на канале «Раз посылка». 2 посылка.